Вопрос сбора платежей с юридических и физических лиц республики за предоставленные жилищно-коммунальные услуги в 2013 году обсудили на расширенном заседании правительства Республики Ингушетия. На встрече говорилось также о проделанной работе по выявлению и устранению фактов незаконного подключения к энергоресурсам. В заседании, прошедшем под руководством Усачлиева, принимали участие заместители председателя правительства, руководители министерств и ведомств, а также главы администрации городов и районов республики. Директор филиала «Газпром» «Межрегионгаз» Пятигорск Багаудин Аздоев отметил положительную динамику в устранении задолженности бюджетных организаций за потребленный газ, а также проинформировал собравшихся о проводимой работе по сбору платежей среди населения. По его словам, активизации процесса сбора платежей с населения способствуют адресные проверки и использование в том числе передвижных терминалов оплаты. В ходе рейдов специалисты компании также проводят проверку приборов учета, выявляя случаи самовольного подключения к энергосистемам. На заседании также выступили заместитель директора ГУП «Ингушводоканал» Ахметхан Даурбеков и управляющий директор УАО «Ингушэнерго» Бексутан Бузуртанов, которые доложили о текущем состоянии дел. В свою очередь, Мусачилиев обратил внимание на то, что очень важно проводить мероприятия по выявлению несанкционированных подключений совместно с правоохранительными органами. Только с помощью совместных регулярных рейдов можно добиться должного результата, отметил он в завершении заседания. Пресс-служба правительства.